Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії журналіст Олександр Молодцов. Я підготував для вас останню актуальну інформацію про хід жнив на Миколаївщині, а також репортаж з ланів підприємства «Золотий колос». Залишайтесь з нами. В Миколаївській області триває збирання ранніх сільськогосподарських культур. Хоч погода і підвела, дощі наприкінці червня в окремих районах області затримали жнива майже на два тижні. Це не дозволило провести збирання озимого ячменю в оптимальні терміни і призвело до втрат врожаю в межах 10-20%, а в окремих господарствах і більше. До того ж, ранні культури фізіологічно майже всі дозріли, і затримка зі збиранням озимого ячменю призвела до того, що сьогодні практично всі ранні зернові жнивуються одночасно. А це скорочені терміни збирання врожаю, додаткове навантаження на хліборобів і на техніку. Нині, з настанням спекотної погоди, роботи в полі поновилися, і станом на ранок 10 липня в області вже зібрали врожай ранніх зернових на четверті площ. У полі працює більше 2200 зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на комбайн становить більше 20 гектарів. Вже обмолочено 217 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Зібрано більше 620 тисяч тонн зерна при середній врожайності 28,6 центнерів з гектара. Найбільша площа ранніх зернових обмолочена в Жовтневому, Вознесенському, Новобузькому та Очаківському районах. Найвища врожайність спостерігається в Снігурівському, Очаківському і Казанківському районах. За умов хорошої погоди і таких темпів роботи аграріїв, збирання ранніх зернових в області може бути завершене до 25 липня. Нині напружена робота на полях Миколаївщини триває. Нещодавно наша знімальна група побувала на полях підприємства «Золотий колос» і на власні очі побачила, як жнивують у Жовтневому районі. Рухаємося далі. 116 гектарів поля на території Коларівської сільради золотилося врожаєм. Колос налився, набрався сили і аграрії взялися до роботи. І хоч погода почасти дощила, комбайни вийшли в поле. Збирали ячмінь, невдовзі черга дійде і до інших культур. Чекають хороших врожаїв. Сьогодні на полі тут культури, здесь льона, зимає пшениця, зимає ячмінь, ярий ячмінь. І на цьому полі зернові питомники ярого голозерного овса української селекції і ярого голозерного ячменя, що приємно теж відмітити, теж української селекції. Носівської дослідної станції. Що цікаво, тут поле, я вам скажу, по предшественнику, тут пар і під пар ми вносили навоз з рахунку 30 тонн на гектар, тому почва більш структурована. На деяких участках ми отримуємо один участок, навіть ще не доубирала новозимого ячменя, дав 93 центнера. Є сподівання, що інші сорти, які ми доубираємо, ну, дадуть на рівні, якщо і ніже, то не намного. Да? В середньому тут вот 70 центнер точно урожайність, ви можете бачити, що комбайн не дійшов до кінця загонки, і у нього вже повний бункер, тому можемо зробити вивод, що урожайність достатньо висока. Селена Стар ми вбрали вже, то діляночки так йдемо, участками розмножень. І селена Стар у нас 73 центнера з гектара, достойний 64. Йде тепер Тутанхамон, ну, немножко ниже, где-то 58 центнерів у нас йде, ну, в цих пределах. Ми працюємо з селекцією наших отечественних предприятий, научно-исследовательских учреждений і селекціонерами. Ми, к сожалению, наверное, за границей не працюємо, за рубежом. Це наші отечественные семена. Працюємо з Одеським селекційно-генетическим інститутом, з Мироновським інститутом озимой пшениці імені ремесла, Харківським інститутом Юрєва, ну і другими, всіх не перечисляємо, ну з нашими отечественними, українськими іменно. Представлені на полі сорти вивірені зразки зернових вітчизняної селекції. Кожна культура, кожен сорт дбайливо висівався. Нині ретельно збирається, перевіряється з дотриманням всіх вимог, щоб отримати зразковий насіннєвий матеріал. И мы берем как раз и эту зону, зону юга Украины, и как раз эти институты, селекционеры, которые работают характерные для нас, для нашей зоны, то есть наиболее, так сказать, аборигенных сортов, создаются эти сорта, произрастают, испытываются, мы их внедряем. Потому что если
привезти с другой экологической зоны, ну, примерно там с Харькова, с Полесья, сюда. Понятно, что оно сюда не вписывается в наши природно-климатические условия, поэтому тут проблемы возникают. На полі були висіяні голозерні культури. До сього року і останній селекції голозерні культури, чим відрізняються голозерний ячмінь, голозерний овес. Якщо голозерний овес по нашій країні і по області вже вирощували, ми всі розуміємо, хлопці, геркулес, там, да, виход з крупи із голозерного овса гораздо вище, практично під 100%, в відрізняє від пленчатого, у якого где-то із маси виход, ну, максимум 70%, да, тобто економічно более выгодно. И ноу-хау такой тоже беспленчато, это уже украинская селекция, это голозерный ячмень. Овес у нас называется козацкий, новый. До этого были только немецкие селекции голозерные все, а ячмень называется скарб Украины, новый, ярый, достаточно неплохо выглядит. Из него очень, там высокое содержание белка, очень содержательное, ну, в поживных речевинах, как каша, да, и будет характеризоваться тем, что очень будет интересен для переработчиков в производстве ячневой крупы, в производстве хлопьев и так далее. Для кожного сорту свій підхід. Зрештою, як і повинно бути в галузі сортового насінництва. Кожен сорт требує специфічного індивідуального підходу. Ми ще говоримо і внедряємо. Сортова агротехніка під кожного сорта. Не можна всіх кормити одним і тим же. Одному треба дієтична пища, другому така. Необхідний уход, щоб отримати максимальну віддачу. В кінцевому ітогі у нас рекомендації, що для кожного сорта уточняється, согласовується з определеними науково-дослідницькими учреждениями сортова технологія для того, щоб як можна більше з гектара отримати. Кожна ділянка, кожен сорт збирається окремо. Одне з основних условий. Ми при посіві, розміщенні, предшественники, очистки дальнейшій, затаривание в тару, и все идет щепетильно, все. Мы даже, когда производим, мы даже щеточками, кисточками, как археологи, обметаем сеялки, все остальное очистные машины. Наступна наша зупинка – ще одне поле товариства «Золотий колос». Ще одна досить незвичайна культура. Мы находимся на семенном посеве житницы, так называемой. Это Третикалия Попсуевская. Здесь посеяна суперэлита на элиту. Площадь посева 57 гектар. Что за культура, чем она интересна? Это не тритикали в чистом виде. Ну, тритикали – это смесь пшеницы и ржи, будем говорить, на генетическом уровне они смешали зерна. Да? Чем интересна житница? Тем, что на биологическом генном уровне здесь еще смешан ген дикой тяньшанской пшеницы, высокогорной, называемой элимус. Та пшеница, которая выдерживает, как высокогорье, очень низкий минус, до минус 40-50 градусов, и выдерживает очень высокий плюс. Она не только засухоустойчивая, но и очень жаростойкая, да, до плюс 40 градусов. То есть максимально не выгорает до конца сезона. Чем она отличается интересным еще? Здесь заниженные нормы высева. Если обычная пшеница сеется 5 миллионов зерен на гектар, то здесь даже житница сеется от 1,5 до 3 миллионов в зависимости от сроков посева. То есть это экономия на семенах. И самое, что главное, это высокая урожайность при любых погодных негораздах. Мы еще ниже 70 центнер ее не получали, а чаще всего получали около 100 центнер, иногда даже выше. Есть показания, я знаю, что мы семенами занимаемся достаточно давно, и есть показатель от Биотон в Радівка 2004, было 120 центнер, он ее получил. Поки що в Україні немає розроблених державних стандартів на приймання цієї культури. Тим не менше, хліб виходить прекрасний. Мы мелим, у нас свои крупорушки, мы мелим, опять же, на крупу. Получается вкуснейшая каша, по вкусу напоминающая твердую пшеницу. И я скажу, что даже у нас коммерсанты берут и фасуют ее как арнаутку, как твердую пшеницу. И опять же, выход крупы, если с обычной пшеницы выход крупы, ну, 70-75%, то житница за счет крупности зерна, выход практически 90%, 87-88% выход крупы очень высокий, очень редкий. Для працівників на току в буквальному значенні гаряча пора.
прийняти вирощене зерно, очистити і зберегти, підготувати до продажу. Зараз над цим працює близько 50 осіб. Ще тиждень тому вони прийняли першу 1000 тонн врожаю. Є у нас склади, є у нас тут на території тільки 5 складів, 4 яких це під хранення. В 5-му складі у нас знаходиться зерноочистительна техніка, підкуса. І є також сенохранилище, де ми зберігаємо сено і солому. Зібране зерно в першу чергу очищають від полови. Ми займаємося безумовною очисткою. Тобто це дуже важливий момент в семеноводстві. Тобто як можна скоріше приступити до неї. Тобто збирає комбайн зерно практично одразу ж, ми загружаємо в зерноочистительне наше агрегат. Вот. Потому что зерно споловое, зерно загрязненное с клопами, вот, оно имеет, конечно же, ограниченный, скажем, срок хранения. А все дело в том, что как только, скажем, оно чуть-чуть, например, подогрелось, да, вот, оно может потерять посевные кондиции. Запорука хорошего врожаю – це хороше насіння. Прежде всего, конечно, начинается с того, что мы сеем, то есть любые партии семян, которые мы получаем, например, которые мы сами выращиваем, проходят внутренний контроль, безусловно. То есть мы не доверяем, например, тем документам, которые сопровождают эти партии. Вот. У нас есть собственная лаборатория для этих нужд. Вот. Ну, посев, понятное дело, что там участвует достаточно много людей, которые, например, задувают полностью севалку, убирают полностью все лишнее. Все семена после посева, которые там остаются. Вот. В дальнейшем, уже то есть, когда приходит период колошения, да, то есть ближе к молочно-восковой спелости, проводятся прополки. Сортовая, видовая. То есть мы убираем, ходим по полям, убираем ячмень из пшеницы, пшеницу из ячменя по сортам. Вот. Да, это достаточно тяжелый труд. Кроме того, требует какого-то навыка определенного. Ну, у нас уже люди, которые занимаются этими прополками 10-12 лет, поэтому мы уверены в себе. Перед тим, як пропонувати насіння власного виробництва на продаж, на підприємстві його ретельно перевіряють. Во-первых, пока, хотя уже почти умерло, но тем не менее официально существует сельхозинспекция, которая должна контролировать качество посевного материала. Но если бы мы сейчас надеялись только на сельхозинспекцию, то мы вообще ничего не знали о своих семенах, потому что ну, они не работают фактически, к сожалению. Поэтому приходится своими силами, вот, организовав лабораторию, контролировать это качество. Какие показатели вы контролируете там? Согласно ГОСТу, есть ГОСТ 4138 насіння культур, культур, метод визначення якості, вот, то определяємо енергію проростання, схожість, чистоту, засміченість, масу тисячі, ну, життєздатність за потребою. Селекційні центри, презентуючи сорти власної розробки, часто анонсують високу врожайність від 80 до 100 центнерів з гектара. Але середні показники врожаїв миколаївських аграріїв часто не дотягують і до третини вказаної врожайності. Чому? В будь-якому випадку, якщо ти хочеш отримати високий урожай, то ти повинен сіяти в оптимальні сроки. Підготовка почви повинна бути проведена тогда, когда нужно, а не тогда, когда мы можем. К сожалению, часто бывает так. Просто, например, особенно сейчас, когда сельское хозяйство во многом зависит от мелких фермеров, у них, честно, просто не хватает знаний. Вот. Они не агрономы, никогда не учились этому. Вот. Поэтому они часто просто пропускают оптимальные сроки. Нам сейчас, к сожалению, приходится часто рисковать. Вот. Почему? Потому что, например, посев сухую землю. Конечно, лучше, лучше, конечно, избегать таких приемов, но даже та влага, которую там, можно схватить, чтобы получить хотя бы сходы, хотя бы шильцы, то есть, безусловно, это очень важно.
Вот. Поэтому часто так накладывается. То есть мы, например, опоздал на один день с какой-то операцией, потерял 5%, еще 5%, 5% и получается, что мы теряем 20-30% вот, урожая, а то и 50%. Насіннєве підприємство «Золотий колос» робить ставку саме на зернові. Є необхідна виробнича база, техніка та фахівці з багаторічним досвідом роботи. В любом случае ориентация идет на зерновые культуры, на зимнюю пшеницу, зимний ячмень. Вот. Они, ну, просто они являются самым массовым, самым популярным. Естественно, это тут спору нет. Вот. То есть это фактически основа земледелия. Ну, тут еще все дело в том, что поймите, что, например, той же озимой пшеницы на гектар идет 200 килограмм, да, вот, и чтобы засеять 10, надо 2 тонны. И люцерка, которая идет 20 килограмм, да, но тут еще разница в цене, конечно, безусловно. Мы считаем, что зерновые культуры, такие как озимая пшеница, это основная наша культура Украины. И у нас позволяют условия выращивать высокий урожай и кормить где-то 150 миллионов населения в мире. У нас есть такая потенциальная возможность Украины. Мы специализируемся на зерновых культурах, мы не занимаемся овощами, там, виноградом, другими культурами. Мы занимаемся зерновыми, озимой пшеницей, озимым ячменем, яровыми ячменями, ну и другими зерновыми культурами. У нас тоже большой ассортимент, но мы как раз ставим во главу то, что нужно и стране, и экономически выгодно. И зерновая группа как раз и Украины, она занимает очень серьезный процент в структурі нашого імпорту в сільському хазяйстві. А зараз ми побуваємо на дочірньому підприємстві «Золотий колос Баштанський». Місцеві аграрії, окрім традиційних зернових, вирощують саджанці плодових та декоративних рослин. Поля підприємства знаходяться на території Добринської сільради Баштанського району. Товариство тримає в обробітку більше 250 гектарів землі. Повноцінного огляду не вийшло. Дощ став на заваді. Побачили невеличкі ділянки до 16 гектарів, які перемежаються лісосмугами. Це сприяє саме чистоті сортів. Намагаються вирощувати абсолютно різні культури. На сьогоднішній день ми вирощуємо такі сімейні культури, як експарсет, як люцерна. Вирощуємо 4 сорти нової пшениці, вирощуємо коріандр, вирощуємо чумизу, вирощуємо расторопшу, тобто множество сім'ян в даному господарстві. Благодаря вот таким маленьким участкам. Это предприятие небольшое, но очень интересное по своей структуре, потому что оно уникально тем, что мы здесь занимаемся все-таки разведением питомников зерновых, в связи с тем, что вы видели здесь сегодня маленькие кусочки, да, по 5 гектар побитые посадками, это пространственная изоляция, в том числе изоляция лесополосами такими для опыления, оно гораздо лучше для чистоты сортов. Підприємство розташоване на місці колишнього плодоросадника. Місце досить унікальне своїми чорноземами. Я скажу, что исторически здесь сложилось так, что во время Великой Отечественной войны здесь рядом железная дорога, Явкин, станция Явкина, да, немцы отсюда сюда свозили чернозем, отсюда экспортировали чернозем на Европу, экспортировали в Германию. Место уникально тем, что за те годы, когда оно свозилось, здесь сформировался такой некий пласт, да, из чистого чернозема. Мы тут когда делали технологическую яму даже под скважину, на глубине 2,5 метра мы фотографировали, был чистый чернозем. Когда начали бурить, на глубине 3 метров только пошла глина. То есть очень уникальнейшая, плодороднейшая земля на этой территории. И я считаю, что это надо и сохранять, и приумножать, что мы и делаем путем севооборотов, путем того, что севообороты продумываются таким образом, что мы не выснаживаем землю, а сохраняем и даже пытаемся приумножить внесением навоза и так далее природную родючесть грунта.
Забезпеченість водою для зрошення – одне з проблемних питань. Комунікації, які були раніше, зруйновані, і відновлення їх роботи занадто дороге. Для власних потреб підприємство «Золотий колос» Баштанський відремонтувало великий резервуар, мають свердловини. Забезпечением водой, будем говорить, для саженцев, для таких вещей, это есть еще скважина здесь, есть природный колодец питьевой воды, который, ну, в общем-то, его самонабираемость, да, он 4 куба за сутки, он сам набирается воды природной. Если брать исторически, то здесь когда-то воду брал не только район, ее фасовали, газировали и так далее, то есть она по своему составу, по чистоте очень хорошая питьевая вода. Ну, будем говорить, вопрос орошения. Мы отремонтировали сегодня здесь накопитель, вы видели, на 90 тысяч кубов. Но вопрос с подводом воды, конечно, мы ломаем себе голову, но решается он слабо, потому что горводоканал мы не наберемся, это сегодня дорого. Для того, чтобы подвести сюда воду с оросительной системы по проекту, это надо делать прокол под железной дорогой, к сожалению, за времена до нас, в 90-х годах, тут все было вырыто, выкопано, уничтожено до той степени, что сегодня практически нереально восстановить. Раніше Баштанський район славився вирощуванням коріандру. Сьогодні товариство «Золотий колос» планує відновити добрі традиції. Баштанський район в ті далекі времена, це буквально лет 15-20 назад, займав ведущую роль в выращивании кориандра. Приблизительно 27 колхозов района занимались выращиванием кориандра. В среднем район заготавливал от 4000 и более тонн кориандра. Все это у нас уходило на эфиромасличную промышленность, где делали масла эфирные, куда и шли на парфюмерию, на медицину, и также и шло на пищевые цели. Покупателями кориандра вот даже у нас тут, по Баштанскому району, были не только Россия, но и Голландия, Германия, Норвегия, то есть те люди, которые занимались производством соления рыб и маринада рыб. Значит, потом это все исчезло, это все пропало. И вот буквально вот эти года «Золотой колос», имея желание возобновить эту отрасль. То есть тут мы выращиваем семена. И в будущем эти семена станут ресурсом для того, чтобы выращивать в будущем товарное зерно. Ізюминкою є те, що окрім традиційної зернової групи, вирощують саджанці плодових та декоративних культур. На сьогоднішній день предприятие наше в состоянии предоставить 32 сорта роз. То есть мы способны это уже сделать. Значит, 47 сортов деревьев. Смородина, крыжовники, малины. Есть декоративные кустарники. Например, жасмин, жимолость татарска. То есть мы уже готовы для декорации предоставить множество кустарников, вот, такие как самшит. И мы уже в этом году готовы предоставить на продажу. Сегодня это очень важно для культуры озеленения, будем говорить, нашего города, нашей страны, потому что мы способны сегодня выдать, не совсем это сегодня нужно, такие кустарники, как жасмин хорошо, беречина, кустарники такие, как самшит, для того, чтобы наш город был гораздо красивее, для того, чтобы он был... Ну, дышалось в нем легче, да, все понимают пользу в озеленении, а не только в строительстве, да, больших сегодня микрорайоны, новые у нас, к сожалению, такие, как Северный, они, ну, на мой взгляд, очень слабо озеленены. Особливо вразили троянди, які теж вирощує «Золотий колос» Баштанський. Різноманіття сортів і дбайливий догляд – це поєднання дає прекрасні результати. Я вам скажу, что львиная часть, конечно, у меня уходит на озеленение детских садов, школ, причем в виде благотворительности. Это и сельские клубы, это и церкви, и зоопарк наш Николаевский. Да, мы постоянно им подкидываем для озеленения. Вы видите, какой он красивый за последние годы стал. Вот. Как бы, ну, львиная часть, конечно, раздается, но много отсюда уходит на Николаев Зеленхоз для озеленения все-таки нашего города. Слід сказати, що багато культур, які вирощуються на підприємстві, економічно вигідні для аграріїв і не виснажують ґрунти.
мы увидели некоторые культуры, будем говорить, те, которые не широко распространены на сегодня, но жаль, это кориандр, очень экономически выгодная культура, это та же расторопша, по которой я говорила, сегодня мы увидели с вами чумизу, или так называемая итальянская проса, то есть это перспективные вещи, которые имеют место быть в севообороте, не выснаживают землю, и, ну, что немаловажно сегодня для экономики наших аграриев, они очень экономически выгодны. Скажите, какие перспективы по этому предприятию? Что-нибудь планируется улучшить, изменить, добавить, возможно, что-то? Ну, во-первых, имея тут, будем говорить, саженцами мы начали заниматься благодаря тому, что это был Явкинский плодопитомник, и были люди, и не хотелось людей оставлять без работы. Наследие того, что мы когда... Мы не просто пришли сюда забрать землю, мы после старого колхоза выплатили все долги по зарплате, все долги по налогам, которые накопились, да, и глупо было бы терять квалифицированные кадры, которые могут заниматься разведением саженцев. Сегодня у нас заложены и планируется более широкий спектр саженцев. Это и расширение по розам, это и по... Планируем не только плодовые, а расширяться по декоративным растениям, то есть по заложенный клен канадский и каштаны различного вида. Ну, то есть планируем расширяться вот в этом направлении. Золотий колос Баштанський – одне з підприємств, яке входить до числа бюджетоутворюючих для місцевої сільради. З підприємством було укладено угоду про соціальне партнерство, допомогли вирішити декілька важливих для громади питань. Я радий від того, що таке підприємство у нас на території є, і що оця допомога, вона відчувається. І не тільки, я говорю, на об'єктах соціальної сфери, а й серед людей. Такий досвід ведення господарства можна називати в певній мірі зразковим. Добре дбати в полі, але не забувати і про людей. Підприємство «Золотий колос» не один рік вдало поєднує ці рівнозначні поняття. Час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора.